23 магистрали отремонтируют в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На 17 ремонт уже идет, в их числе дорога Шамурша-Сойгина-Алтышево, что в Алатырском районе. Само название национального проекта вложено в суть проводимых реконструкций. Дороги должны быть качественными и безопасными. Специалисты осваивают новые технологии, чтобы полотно служило дольше. Один из методов – холодная регенерация. Суть в измельчении и перемешивании старого асфальтобетонного покрытия и ближнего к нему слоя. Эта масса и укладывается на открытое основание. Так повышается износоустойчивость дорог. В процессе регенерации восстанавливается несущая способность дорожного основания, которая в будущем способна воспринимать нагрузки от движущего транспорта, нагрузки на ось, которые в последние годы увеличились в два раза. Также эта технология позволяет уменьшить вероятность появления отраженных трещин, что впоследствии послужит более долговечной эксплуатации вышележащих слоев асфальтобетона. Протяженность ремонтируемого участка более 7,5 километров. Подготовительный этап работ уже завершен. Приступили к укладке основания. Капитальный ремонт дороги должны завершить в ноябре.